Третий плановый тост. У нас есть плановый тост. Я как понимаю, вот сколько я находился в мастерских реставрации станков живописи Григоря, получалось, что я был тамадой, но я так понимаю, что это принцип национальный, поскольку я тут, как я понимаю, единственный такой самородок. Поэтому, наверное, у Дэлла Сергеевича третий плановый тост. Есть такой потрясающий, незаметный, совершенно незаметный, самый незаметный, но самый великий из нас человек – это Елена Львовна Малачевская. Почему действительно самый великий, я скажу, потому что именно ее материалами реставрирует вся наша страна и еще зарубежье. Из ее отдела все вот это выходит. И потрясающий совершенно человек, но и отзывчивый, и компетентный. И просто выручалочка, можно сказать, что в самых сложных ситуациях, когда у нас были вопросы с музеями, с хранениями, живопись сыпалась, Елена Львовна просто говорила: так, пожалуйста, опирайтесь на меня, я приеду, все поспешу, встану на вашу защиту. Она защищает не только людей, но и памятники, и не только памятники, но и людей. И сейчас я хочу сказать еще об одной, наверное, вот черте ее деятельности, о которой никто не знает. Она фантастический педагог. Поскольку вот мы уже 6 лет развиваем нашу мастерскую реставрацию живописи, такого предмета, как реставрационные материалы, нет ни в государственных стандартах, ни вообще в образовательных программах, а тем не менее без реставрационных материалов вообще реставрация невозможна. Елена Львовна не только снабжает, но и преподает этот материал. Программы нету, но она взяла на себя вот эту фантастическую миссию доведения до реставраторов актуальности того, чем они реставрируют. Это очень важно. Огромное вам спасибо. Во-первых, мы учимся, педагоги. Мы у вас консультируемся. Я надеюсь, что вы нас все-таки не оставите и в нашей будущей жизни. Огромное вам здоровье. Спасибо еще за одну черту, которую вы привносите. Вы как бы объединяете все те инстанции, в которых вы работаете. Это, в первую очередь, ВНИИР, Грабаря, наши вузы, Строганов, Суриковский, Свято-Тихоновский и многие-многие другие организации, где вы бываете и разводите реставрационные материалы. Спасибо вам большое, что вы вот курьером еще работаете. Спасибо огромное. Спасибо. Елена Львовна, без вас никак. Спасибо. Да.